Привет, привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Друзья, едем в Порту-Поти. Хочу показать машину, которую я купил на аукционе Копарт в Америке в конце декабря прошлого года. И после транспортировки приехала 17 марта. По сути, этот видео — вторая серия видео об теме автомобилей из США, доставка, восстановление и так далее. Ссылку на первое видео оставлю ниже в описании этого видео. А также ссылку на тот видео вы увидите наверху. Вот наша ласточка. Чем пишь шакар, не дай масикну. Не дай масикну. Я не знаю, что это за масик, а не знаю, что это за масик. Я не знаю, что это за масик. А, мы садама. Сигни, к небо, шарац. Вот, лага, киду гайду, арви, киде маги. Я тут не обратно. Сапаска, синич. Сага. Ай, гацан целебули манкана. Ай, ама зугуйте, сахарику не мова. Номреби, ки чё не я? О, маги синия была. Я хане хвардак чудо, да где ба? Эвакуатор же два рунда, а? Смехвани, да, да, где мне лезть? Ай, ну машина прошла таможенную проверку и будем грузить на эвакуаторе. Как вы уже знаете, на аукционе Копарт за машину заплатил 6483 доллара. Вчера в банке заплатил еще 1808 долларов за транспортировку. Завтра покажем мастеру и будем ремонтировать. Левая, передняя и задняя дверь уже куплены. В следующих видео покажу, что, как и почем отремонтировали. Будем тестировать, мониторить машину. Надеюсь, кроме левой боковой вмятины ничего другой проблемы не будет. Итак, везем домой. Кому интересно, как моя затея продолжилась и закончилась, подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик и комментируем. Спасибо всем за внимание.
куварите там, на мере куарга куинес. Fora, sabe?